Доброе утро, дорогие мои подписчики. Вновь в Пермь. Поездочка, как вы поняли. Вновь в Пермь. В столицу Прикамья. В столицу Пермского края. Выезжаем. 12 часов 45 минут. Уже через 2 часа. Насыщенная программа. Насыщенные дни меня ожидают. 18 апреля. Футбольный матч. Амкар Торпедо Миас. Не прощаюсь. Увидимся. Ну вот я уже в поезде, дорогие мои подписчики. Скоро отправление поезда. 146 Челябинск, Санкт-Петербург. Там можете видеть 391 поезд, который пойдет на Москву. Он пойдет через час. В очередной раз говорю, не прощаюсь. Увидимся. Как видите, дорогие мои подписчики, что прощаемся с Челябинском. Сегодня 14 апреля. Четверг, челябинское время, 12 часов 48 минут. В 3 часа будем уже в Каменск-Уральском, а в половине шестого будем в Екатеринбурге. Самые ближайшие дни, скажем, 18-го, ожидается футбольный матч в Перми. Амкар Пермь, Торпедо Миас, на которые я, конечно, планирую сходить. Поболеть, ну, за достойный футбол, то есть за достойную игру. Не прощаюсь, увидимся. Прибыли в Екатеринбург. Будем минут 20 стоять в Екатеринбурге. Стартуем из Екатеринбурга, дорогие мои подписчики. Прощаемся с Екатеринбургом. 17 часов 43 минуты. В Перми будем в 23 часа 22 минуты. Здесь можете обратить внимание, дорогие подписчики, подъезжаем к станции Шаля. Это единственная станция перед границей с Пермским краем. Это у нас уже по счету последняя станция в пределах Свердловской области. Мы сейчас в европейской части России, Свердловской области, станция Шаля, поселок Шаля. Здесь и вот здесь обычно ходят такие электрички. Екатеринбург, Шаля. Пермь-2, Шаля. Вот, видите. Ну, я с вами ненадолго прощаюсь. Увидимся. Дорогие мои подписчики, вот только что отправимся от станции Шаля. Тут уже сегодня чего остается до границы с Пермским краем. Как я уже сказал, это самая последняя станция в Свердловской области перед границей с Пермским краем. Следующая остановка – Кунгур. Спасибо, Дядя. Семеночки, мы кинули летники, так выходи, буду.
Оглянитесь. Он вышел уже. Так выглядит поселок Шаля. Скоро Кунгур, а там до Перми всего ничего. Что, есть капа, да? А, да. Через... Она хочет забрать, видишь, как-то почему. 3 часа будет в Перми. Прям рвется. Не прощаюсь. Давай. Увидите. Ну что ж, дорогие мои подписчики, прибыл в Пермь. Как видите, Гранит Гранитович. Как раз, ну как слышите, грузовой поезд прибывает. Ну что ж, я сегодня буду прощаться с вами, дорогие подписчики. Сейчас пойду заселяться. Завтра насыщенный день. Прогулка по Перми. Много чего интересного увидите, конечно, и узнаете, само собой. Не прощаюсь. Увидите. Всем до завтра. Мысленно всем вам, дорогие мои подписчики, жму руку. Всем пока. До завтра.